Привет, меня зовут Катя, я участница танцевального коллектива Radical Fashion уже целых 4 года, и я являюсь солисткой этого коллектива, самое главное. Всем привет, я Яна, я солистка этого коллектива, и я главная. Всем привет, я Лиза, я самая главная в этом коллективе, солистка, ну, девчонки тоже хорошо стараются, молодцы. Всем привет, меня зовут Даша. Я новая участница коллектива Radical Fashion. Я всего 3 месяца здесь, но я считаю, что я солистка этого коллектива и самая главная участница. Всем привет, меня зовут Наташа, я танцую в проекте Radical Fashion уже 7-й год. И объективно являюсь солисткой и главной участницей этого проекта, где все девчонки, конечно же, со мной согласны. В нашем блоге вы увидите нашу повседневную жизнь, как мы общаемся, репетируем, готовимся к концертам. И надеюсь, вам это очень понравится, и вы не будете от нас отписываться. А сейчас вы увидите первый выпуск нашего блога. И вот здесь вот. Тын-тын-тын-тын. Вот это когда вы встаете. Тын-тын. Она должна наверху держаться. Прям если слетает, то с волосами. Шевелись. Поводочка. Трусики лезут. Трусики, да. Писайте там руками. Подергайте, попробуйте. Да, иди к ним взять. Что я так завязала, мне без этих штук вообще шикарно. Я не скажу, что забудьте все предыдущие время, да? Но тем не менее, по отношению с тем, что было раньше, это сяски на сяски. Вам нужно по-хорошему расслабиться, да? Показать настроение, показать харизму, показать стиль, да? И то, что кто их хотел. Почему сейчас мы вдвоем стоим на этой сцене, вдвоем начинаем вести. В этой категории сделали и появились новые номинации, значит, новые победители. Место. Сегодня. Мы нашли сечного театра, чай не там не было места вообще. Ты сказал, колонка, я вот ниточки просто обходила. Я колокол, запутался. Я вот это, девочки, я вот на этом, я стою, я понимаю, что я вот так вот стою, я даже вот это вот. Ну что? Место стыдно. Просто вообще капец. Лениво. Не точно. Плохо. Никак вообще. Все о чем-то думали только о том, чтобы дать место другому человеку. Да. Там места вообще не было. Я сам на начале на линии так наступила, но то, что я просто думаю, ну все. Ну ужасно. Вот мне давно так с тобой не было. Надо больше улыбаться. За всех отдувается одна Катя. Лиза там частично где-то поучаствовала. Мне кажется, да, улыбалась, как придурок какой-то. Наоборот, только хотя бы этим. Понимаешь, это сразу настолько вдыхает жизнь в этот номер. Он у вас не настолько отработан, чтобы не улыбаться, понимаешь, чтобы не давать темперамент.
Здесь надо хотя бы харизмой брать, если пока он, ну, сырой. А еще здесь зажатость. Вот здесь такие вот, что-то там непонятно делаете. И смотришь, думаешь, господи, куда он закончится. Мы даже не могли выстроиться в трапецию. Ну, вот это вот там, где вы ложитесь нахуй. Да, второй раз. Там даже, ну, девочки, бузенька. Здесь суперсоло. Награждаю танцевальный проект Radical Fashion с победой в номинации «Лучший танцевальный проект в Беларуси». Radical Fashion номер Так, ответные артисты зимой. О, Алина! Ничего нет увеличенного? Нет, ничего. Как следует завести. Ну, знаешь, слава богу, есть чему уваливаться, скажу я. Сегодня с нами. Следите за нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки! Ву! Ау! Все, спасибо!